Так, сегодня я возьму за основу какой-то английский туториал, у которого вообще звука нет, практически что-то там мямлит, и потом попробую за ним пройти. Мне надо вот этот вирус, который я сделал, мне надо его как-то там вот так окрасить таким образом. Процесс этот нелегкий, долгий, но это я сам прошел, это я могу отдать. Так, создание материала для вируса. То есть мы сейчас создаем новый материал. Пойдем сюда, зайдем в Color. И здесь мы с вами сделаем следующее. Сначала сделаем зеленый, призеленый. Вот не зеленый. Вот такой зеленый сделаем. Так. Далее возьмем текстуры и пойдем возьмем фильтр. Вот так. Фильтр взяли. Выберем теперь градиент. Там не фильтр нам нужен, а градиент. Зачем нам фильтр? Ну, фильтр ни к чему. Поэтому нажмем еще раз и скажем градиент. Вот он, градиент. На него нажимаем и идем еще циркуляр. Вот он. Теперь передвинем рычажок вот сюда и возьмем какой-нибудь зелененький цвет. Вот, ну, вот такой. Все, хорошо. Вот мы здесь. Теперь нам надо найти, пока это отключимся, вот этот, сделать сюда галочку. И тут еще поработать. Сложно сказать, как оно называется. Environment. Может быть так. И здесь в текстуре мы пойдем возьмем так называемый френдель. То есть это свечение, по сути дела, наверное. Тут кликнем здесь. И тоже сейчас зальем зелененьким. Так, вот это, скажем, окей. Это вот тут, наверное, окей. Ну и здесь пока так оставим, чуть-чуть подтянем еще. Так. Хорошо. Тут надо идти шаг за шагом, потому что иначе запутаешься. Теперь мы с вами пойдем в бамп. И обычно здесь выбирается нос. Шумы. Но в этот раз почему-то мы выбираем зеленый. Ладно. Теперь кликаем по этому квадратику. Нормально оставляем. А вот blend зачем-то 70%. Убейте, не знаю. Дальше нам надо вот здесь blend канал нажать. Мы посмотрим, куда он дальше нас поведет. А вот blend канал, ну, наконец, nose. Вот, nose. И, наверное, мы сюда с вами кликаем. И смотрим, что нам надо здесь изменить. Ой, мама дорогая. Ну, теперь вид шумов поменяем. Тут есть какая-то лука или лука. Давайте ее найдем. Вот она. Вот так она выглядит. И скажем, что она должна быть 300%. То есть вот такая всю изуродовать поверхность нам надо. Хорошо. Идем дальше. Возвратились в шейдер. И здесь теперь базовый channel.
Мы возьмем 5, вот скажем, шумы. Тут шум на шумы, фиг поймешь, фиг разберешься. Это можно голову сломать тут просто-напросто. То есть мы видим, что здесь шумы, в канале, в базовом, в блендом канале. И сейчас еще вот здесь, наверное, шум сделаем. Мама моя дорогая. Да, теперь мы изменяем эти. Вот этот нос. Теперь возьмем не луку, а возьмем теперь наки. Вот такая у нас нака получилась. Как. И дальше надо с ней тоже что-то поделать. Боже мой. Ну, конечно, не обошлось без глобального скалирования. Теперь мы скажем 200 здесь. Во как. Сделаем и возвращаемся в шейдер. Вот он. Хотя что тут шейдер под шейдером. Мама моя дорогая. Так, зачем понадобилось еще тут крутиться с этими? Не знаю. Но теперь надо в бамп попасть. Вот мы попали в бамп. И тут еще что-то надо делать. И теперь вместо спекуляра служит, наверное, вот этот. Где он тут? Вот этот. Рефлектанс, как я понял. Раньше можно было выбрать между металлом, там, между пластиком. Сейчас я понимаю так, что 19-я версия нифига. Ну окей, попробуем так, как оно есть. А вот, нашел металл. Вот так получился металл. Слава богу. Так, теперь, значит, тут у нас 30 штучек, по высоте 10. А где здесь высота? Ребята, я вижу только... Так, может быть, вот это... Ну, наверное, 10. Вместо высоты теперь она стейк называется. Ну ладно. 10. Вот так она выглядит. Окей, все легче уже. Теперь пойдем вот в такой-то дисплацемент. Для чего он, не спрашивайте, не знаю. Так, здесь нам тоже надо что-то сделать. Догадайтесь, 3 раз. Ну, конечно, нам опять нужен ноус. О, целый лес вырастили, слава богу. Ну, теперь, вероятно, надо опять сюда кликать и выбрать какой-нибудь из этих шумов, типов, да? Сейчас посмотрим, какой. Так, этот ноус называется... Нутоус. Вот какой. Нутоус. Этот нутоус называется нутоус. Окей. Боже мой. Теперь надо вот эту глобальную высоту, как я понимаю, уменьшить на 50%. Отлично. И снова пойти вот на эту стрелочку нажать. Так. Ну, естественно, мы встретились снова. И теперь нам надо вот эту высоту, по-моему, поменять. Вы еще отслеживаете? Я уже нет. Ну, и тут высоту надо уменьшить до 20%. Хотя я бы уже остановился, так оставил. Вот так, 20%. А здесь, наверное, также оставил. Все. Ну, и вот, наконец, настал тот час. Кидаем сюда. Ну, и... Видим то, о чем нам практически мало когда рассказывают. У нас стоит УВП мэппинг, а нам надо... Ну, я думаю, что нам нужно сделать сферу. Вот так. И посмотреть, что это будет со сферой. Ну, что я вам скажу. Вообще, немножко похоже на какой-то такой вирус. Но с этой сферой надо еще поработать. Как спросите, а вот здесь есть такая кнопочка. Так. Вот она. И мы ее сейчас...
Вот эту стрелку надо тоже отодвинуть и раздвинуть на все, что попало в нее, все. Весь наш замечательный. Ну вот так уже будет как бы веселее чуть-чуть. Так, теперь если мы еще сверху тут накинем на него вот эту сетку, которую тоже как-нибудь покрасим. Только не в зеленый, наверное, какой-нибудь другой. Ну, в общем, пока вот так нормально. Я этим доволен, хотя в голове ничего не осталось. Придется повторять это еще несколько раз. На этом, добровольные мои слушатели, я с вами прощаюсь. До следующего раза. Пока.